Ну, є люди текстоверти, можливо, їм так легше буде. Текстоверти? Да. Добре. Ненадежная тенденция была, вот были кастанедовцы, вот они, или там, кто там еще, тенсиагристы, вот раньше. А сейчас все это рассеялось, развеялось и стало каким-то малохольным. Я не говорю, что нужно возвращаться к предыдущим там образцам или каким-то, просто нету никаких тенденций. Я как бы в такой утвердительно-позитивной форме говорить на эту тему не хочу. Это будто одни сплошные лозунги, а относительно себя мне и так хорошо. Вот. То есть вот есть вот эта трансляция, где я периодически рассказываю вам о тенденциях или там пытаюсь вам чему-то там, что-то там обозначить с каким-то навязчивым, наверное, уже, да, часто повторяемым намеком на то, что соображать нужно самим соображать, и если вы сами соображаете, все равно нужно общаться. Вот. А чтобы соображать, нужен формат, нужно усилие, а нужно сомнение, нужно утверждение, нужно, ну, нужно преодолеть, чтобы оно возникло, да, разочарование, его преодолеть. А вот, нужно испытать успех, нужно как бы втянуться, что ли, а сейчас что-то не модно. Потому что в интернете, и не, а еще и в социуме, там, в постсоветском сегменте определенном, все это выкорчевывается кедрини-феня. Выкорчевывается с абсолютно, если вы какому-нибудь осознанному сновидению не прилепили какую-нибудь военно-медицинскую академию, все, забудьте. Точно так же и вот... Вижу провода, я жду наступления тепла. Мне кажется порой, что я из стекла, и ты из стекла. Часто мне кажется что-то еще. Мне снится... Я называю их домом.
Я! А! Ну ладно. Это все херня, понятно, да, понятно. Какая-то сидит паскуда, жлобиха, вот эта бездарная дегенератка, которую пердолил во все дырки Кастанеда, а потом за то, что он ее пердолил, назначил креативным директором, которая вообще, ну, в течение последних 25 лет ни хера не накреативила. Вот оно накреативило. Вот оно накреативило, доклепалось до колхозника с другого континента. Нормально, да? Я думаю, это офигенски просто. Поэтому я себе такую рамочку повешу. Я к этим мразотам никакого отношения не имею. Я самостоятельный постсоветский романтик. Вот. Олдскульный Кастанеда вообще. Кастанедовец с того крыла Кастанеда, который предполагает отсутствие наркотической зависимости, но рассматривает психоделию как часть этой традиции. Ну и так далее, вы в курсе дела, да? Вот всего этого человеческого стада. Так вот, орел, это вот этот вот и есть демиург. Это некая сила страшная, которая, естественно, личностный аспект убран. Убрано какое-то там описание индивидуальное, да, есть некая безличная сила, бешеный орел, который всех жрет. И после этого откладывать яйца, как орел Хинара, еще дерьмецо, кусочки дерьмеца. Кто-то светящиеся яйца, что само по себе смешно, а кто-то, ну, такой вполне сформировавшаяся такая, жулик такая, фекалия, понимаете. Ну, кто-то понос, кто-то там, смотря как орла, это самое, телепнет, смотря что там, чего больше в животе. Вот. Неспосланный с волосни Господней. Помните, он про волосню Господню рассказал? В Каббале Господь рассматривается как некая бесконечная борода, состоящая из кучи волосков. Ну, что опять же коррелирует с темой эманации светящихся. Увидеть бороду Господню в Каббале считается продвинутой темой. Ну, обычно кукуха съезжает, когда у них кукуха съезжает, они начинают что-то там бредить и становятся святыми. Вот. И тому подобное. Чё я торможу? Потому что что-то, какое-то ядро, какой-то момент собирался озвучить. Теперь думаю, что нафиг оно надо. Но какая-то закладочка шелестит и мешает идти дальше. Вот. Поэтому вот это вот гностицизм, неоплатонизм, который, кстати, неоплатонизм всякие церковники преследовали, потому что они считали, что это скрытый гностицизм. Вот, линейность времени, взятая из уже таких каббалистическо-авраамических заскоков, да, вот как противопоставление сатанинскому западу. Плюс персонажи, которые занимались, в общем-то, тем же самым, пытались на основе гностицизма создать вот эту самую западную юму. У меня было больше подробностей, но я все забыл сейчас, к сожалению. Будет булькать, всплывать, я вам, конечно же, расскажу. И этого для меня лично достаточно. То есть революционная общественность неправильно понимает работу современных философов. И я вам на это намекаю, что вы тоже, ну, хотя бы чуть-чуть там скорректируете свои вот эти вот у всех у нас оставшиеся в голове пролетарские распальцовки. Потому что это смешно. Вот этот чемпионат мира по футболу, он показывает, что как было вот это совковое стадо где-то там застряло в конце 70-х, начале 80-х. Его туда постоянно регрессируют, не дают людям развиваться. И вот это стадо там и находится. Это печально, печально. И вот это стадо, это не Кастанеда, не для стада писал, не для этого стада. Надо немножко как-то выбиться, немножко себя переконфигурировать, а потом браться за эти сложные вещи. А у нас же так не принято. У нас принято шапками закидывать. Как говорят, сейчас обоссу тебя. Вот в этом смысле. Что-то модно стало вот это слово обоссу. Не пойму, что все переходят в уринальную фазу, что ли, с анальной. Вот. К
Кастанеда, да, предлагает вторгаться в область второго внимания и таким образом, опять же, подтверждает, переходит, было два типа гностиков. Гностики это не которые там просто абстрактные какие-то отвлеченные термины, а гностики это люди, которые типа практиковали гностицизм. Так вот, было два типа гностики, которые трахали все, что шевелится, и бухали все, что горит, и крайней степени противоположная их аскетическая тусовка. Вот Кастанеда, когда устанавливает практику левой стороны, практику сновидения, практику якшания с вот этим вот потусторонним, то он как бы, опять же, на Гуалю эти чуваки постоянно пробиваются, пытаясь очистить свое там какое-то звено с этим намерением. И в конце концов дают себя сжечь через это звено этому самому Нагуале. Вот он, вот эта охеренная глобальная картина, перспектива. Как вот так вот они игнорят орла, вот эти вот последние концепты новых видящих, как сгореть красиво. И тут приходит Олежка, начинает рассказывать, что у него амулет на шее висит. Убивается, пытаясь очистить свое там какое-то звено с этим намерением. И в конце концов дают себя сжечь через это звено этому самому Нагуале. Вот он, вот эта охеренная глобальная картина, перспектива. Как вот так вот они игнорят орла, вот эти вот последние концепты новых видящих, как сгореть красиво. Ну что, заходите в гости, будем сидеть, вот это я буду вам тут гнусавить, а вы будете слушать, заходите, никуда я не пропал, вот, на месте, просто как бы, нечего обозревать, нечего критиковать, и сумбурно, вы же понимаете, вот, допустим, смотрите, вот такое вот, ну, эти все херню я владею, я, ну, как знаю, уверенно, твердо отработано, проверено на других людях. И вот этой херней всем занимаюсь, и понимаете, занимаюсь, у меня что-то там получается, что-то не получается, с кем-то там общаюсь, спорю, пытаюсь еще там что-то намастурбировать, там что-то хорошее, чтобы оно работало. И тут херашу я в лесу, в окопе, где-то там в землянке, вот это среди бревен. И так далее. Пионерских лагерей заброшенных и так далее. Они ж никто со мной никогда в жизни не вступят в прямую полемику, потому что через два шага это будет, ну, как это называется, человек куча фекалий или человек горящий пукан, и все, и до свидос. Ну, тоже негативная фишка. Поэтому я, несмотря на то, что их ругаю, всегда их хвалю. Не забываю их хвалить. Молодцы, активничают, вот сидят там, вазелином мажут этот вот свой пригар периодически, вот этот шлак, вот этот вулканический пепел отпадает. Опять молодой анус, как у Валерия Леонтьева, которого специально в Майами ездил отбеливать. И молодцы, и дальше продолжают свою вот эту вот деятельность, умнички. Я же отлично все, понимаете? Но есть нюансы. Есть нюансы, и об этих нюансах давайте на следующей трансляции мы продолжим обговаривать. Пока.